Что, захотели еще? Спасибо, Мэдман, тебе, безумец, за лайки твои и за ответы. Хотите продолжить Супер Импреза? Давайте. Эрон Дондон. А потом я челлендж 2 буду делать, продолжать. Но давайте все-таки челлендж 1. Пока здесь завершимся. 36% от этой карьеры. 4 круга и гонка. А сейчас будет интересно, я сказал. Теперь гонка будет. Эрон Дондон, с вами снова Дрончик. Играем в гонку. Go! Куда поехал? Я от тебя избавился. Не уйдешь. Куда больше груз уехал? Я тебя достану. Вот. Ах, подлюка. Иди в сторону, сука. Вот это борьба, так борьба. Так, второй круг. Приклоны поганые. А что еще мне стримить? Видели имя? Андрей Стрим. Это мое. Я тут сейчас пока навалю. Сделаю красивый реплей. Давай, давай, вперед. Не сдайся. Thank you.
А, он там уже внизу. Ну все. Пора вырываться. Конечно! Чё, в чём вопрос-то? Сейчас мы... Вот тут надо красиво сделать. Чтобы красиво так навали! На стенку. Так... К концу надо тут. Сделаем еще так красненьким. Как называется это? Тормозами поиграем. Вот туда мне надо наверх. О, как красиво и видно. Какая же тут все-таки массивность. Пошел в поворот. Дрифтинг пошел. Дриблинг. Попробуй догони меня теперь. Я вырвался, я теперь не сдамся. Пятничный рандондоныч состоялся. Завтра, наверное, будем играть в туринге. Конечно, туринг это тоже хорошо. В туринг, карс. Только два. Вот так. Два. Интересно, как будет в ролике. Ё-моё, давайте подрифтим, чтобы было прикольно. Все, челлендж пейст. Результаты я выиграл. Я там врезался. Watch replay. Эй. Этого я не хочу. Это у нас Кост Горный Массив 2. То есть я имею в виду видео 2. Я тут ему. Типа, иди до сюда.
Ну все, я его отжал. Где там едет второй? А, он, смотрите, он далеко. Тот уехал. Я пытаюсь его догнать. Вон он. Битва титанов! О, отжал его. Ай, касапниц! Машиной касапница! Так, кэш. Кэш. Ну ничего, сейчас запишем хоть что-то. Короче, сейчас, наверное, меня отключится, сделается запись. Подписываемся, ставим лайк, ребят. А можете и проигнорить. Короче, смотрим дальше, сколько тут запишется еще. Вот это... Рисковато, я там прошел горную местность. Теперь дорожная местность. Вот это надо посмотреть.